В воскресенье 8 апреля магнитогорцы отмечают праздник Светлой Пасхи. Накануне компания «Ситна» провела освещение пасхальной продукции на производстве. Вся освещенная продукция уже поступила на прилавки фирменной сети магазинов «Ситна». Репортаж Игоря Гурьянова. Более 10 лет перед Светлым Христовым Воскресением на Магнитогорском хлебокомбинате проводят церемонию освящения пасхальной продукции. Накануне протоиерей Федор, настоятель Свято-Никольского храма, совершил обряд освящения. Окропил святой водой оборудование, ингредиенты, куличи и дал благословение специалистам хлебокомбината на работу. Им предстоит изготовить несколько тонн сдобной продукции высочайшего качества к праздничному столу. Наступает великий радостный праздник. Всех я вас поздравляю и желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия. Здесь видим, что к празднику готовятся люди. Прекрасные куличи, пасхи, поэтому все это для народа Божьего. Пасхальная выпечка, особенно по традиционным классическим рецептам, дается далеко не каждому. И пусть ты трижды рачительная хозяйка, а вдруг не получится, и Пасха на носу. Искусством рождения куличей на свет Божий прекрасно владеют мастера Магнитогорского хлебокомбината компании «Ситна». В тесто по традиционным рецептам добавляют изюм, арахис, цукаты, курагу, шоколад, творог, мак, ваниль. Кулич – блюдо праздничное, поэтому особое внимание при его изготовлении, а давайте лучше говорить при рождении, уделяется украшению этого хлеба. Его оформляют сахарной помадкой, украшают цветами, фигурками из мастики, кондитерскими посыпками. Ярко, но абсолютно безопасно, используются только натуральные красители. Традиции не мешают новациям, и в этом году «Ситна» приготовила горожанам сюрприз, точнее два. Вот они перед вами. Кулич – мечта. С шоколадом, курагой и арахисом, и кулич верный со смесью цукатов, ягод, фруктов и изюма. Считается, если кулич удался, то весь год в семье будет любовь и гармония. Вся пасхальная продукция освященная и уже на прилавках фирменной сети магазинов «Ситна». А вдруг в честь праздника мастера, которые умеют, а главное любят печь куличи, поделятся каким-то кулинарным секретом? Никаких особых секретов нет, просто когда берешь в руки хлеб или собираешься его сделать, наша душа должна быть чистой, а помыслы наши такими же. А насчет рецептов, они проверены не годами, а столетиями. Мы используем только натуральные и качественные продукты. Яйцо, сахар, масло, изюм, дрожжи и мука только высшего сорта. Всегда придумываем что-то новое, чтобы украсить кулич. Но главное, повторюсь, это светлое настроение на душе. А это уже производственные площади Магнитогорской птицефабрики. Сегодня отец Федор не только благословил производство, но и поздравил сотрудников предприятия. В этом году яичному производству компании «Ситна» исполняется 50 лет. Конечно, за полвека многое поменялось, но неизменным остается одно – высокое качество и постоянно высокий спрос на здоровую продукцию. Сегодня это одно из самых успешно развивающихся предприятий отрасли. Для удобства покупателей все освещенное яйцо маркируется особым штампом, а на упаковке размещается наклейка «Освещенное». Особое внимание здесь также уделяют не только питательным свойствам, но и безопасности продукции. Сегодня птицеводы компании «Ситна» производят 7 наименований яйца. У нас есть свои лаборатории, проверяются ветслужбами, то есть яйцо идет очень качественное. У нас нет продукции, чтобы она была непроверенная. Повторим, вся освященная пасхальная продукция уже на прилавках фирменной сети магазинов «Ситна». Великий праздник, воскресение Господня, это можно будет не только отведать, но и прикоснуться к великому таинству воскресения. Украшайте праздничные столы, ходите в гости, поздравляйте друг друга. Компания «Ситна» желает мира вашему дому. Игорь Гурьянов, Александр Макаров, телекомпания ТВИ.